В воскресенье президент Майя Санду получила премию Роберта Блюма за демократию 2024 в размере 25 тысяч евро, которые предоставлены под патронажем президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Мы вышли на улицы, чтобы спросить мнение жителей Кишинева, что они думают об этой награде и насколько она заслужена. Слышала. Ваше мнение? Не нужно ей никакой премии. Зачем? Почему? А как она поступает? Демократию, какую демократию? Пусть она спросит людей, хотят ли они. Тут нету никакой демократии. Тут вообще только то, что они диктуют, то и делают. Вот за какую демократию она получила эту премию, если у нас закрыли 13 постов, да, телеканалов, 50 порталов новостей? Не знаю, почему так эта Европа относится к этому. Ну, возможно, они тоже, наверное, все не знают. Или за закрытыми глазами смотрят на это. Слышали, что наш президент получил демократический премий? Какая она счастливая. Что-то мы, пенсионеры, столько отдав в Молдове, ничего не получаем. У меня более 50 лет рабочего стажа. И я пенсионерка, продолжаю работать. И очень хочу, чтобы Молдова была недемократичной, потому что нынешняя демократия, вы знаете, мне это напоминает, когда объяснили, что такое демократия. Это демон властвует. Некоторые граждане рассказали нам, что ничего не знают об этой премии. Не слышала. Это нехорошо. Почему? Потому что ее надо отдать народу. Она не заслужила. За что ее наградили? Не могу понять. Я не знаю. Я первый раз слышу. Я считаю, что они неправильно делают это, Санду, потому что закрывают все каналы. Вот я смотрю, у меня даже дома все каналы закрыты. Нету доступа к нему, ничего. Ну, вас никаких не сообщают, никакие там, что там в России делается, что вообще делается вообще на всем свете. Жители Кишинева рассказали нам, что Майя Санду никоим образом не заслуживает этой премии. Полученная награда, по их словам, больше похожа на пассивную коррупцию перед президентскими выборами. Премия за демократию? Не знаю, насколько она этого заслуживает. Я не могу сказать, что у нас стопроцентная демократия. Что должна Майя Санду сделать с этими деньгами? Не покупать машину или квартиру, а передать сумму в дом престарелых, в детский дом. В нашей стране много нуждающихся. Нет, не заслужила. За что ей дали премию? Какая у нее заслуга, скажите? Я вам говорю, у меня сердце чувствует, она не будет больше. Ее надо выгонять, потому что нам плохо, особенно пенсионерам этим. Ее надо выгонять. Ничего никому она не даст. Как вы думаете, это не пассивная коррупция перед выборами? Конечно. Напомним, что Майя Санду уже получала премию в размере 30 тысяч евро в румынском городе Тимишоара. Представители общественного мнения тогда квалифицировали денежную награду как вызов здравому смыслу или акт коррупции. Позже Национальный центр по борьбе с коррупцией заявил, что Майя Санду может взять деньги у мэрии Тимишоары, поскольку термин «премия» не включен в список подарков в законе о неподкупности. Последовала и другая критика. В результате Санду пожертвовала эту сумму неправительственной организации.